Добро пожаловать в Overpass. Здесь вам встретится все, что в принципе встречается в Overpass. Это поможет вам научиться проходить самые разные препятствия и уверенно чувствовать себя на неровной поверхности. Просто следуйте по проложенному маршруту и выполняйте задания. Для начала разберемся с базовым управлением машиной. Всегда побеждает самый быстрый. Не стесняйтесь тормозить, когда это необходимо. Также у вас есть ручной тормоз. Он позволяет не только резко сбросить скорость, но и войти в управляемый занос, если использовать его во время резкого поворота. Если вы перевернулись или застряли, то нажмите «Вернуться», чтобы попасть обратно на трек. Правильный путь обычно отмечается ленточками, флажками и знаками. Если вы слегка заблудились, то поищите взглядом такой ориентир. За обрывание ленты полагается штраф. Столкновение с препятствиями приводит к повреждениям, но в этом обучении такого не произойдет. Каждое покрытие по-своему влияет на сцепление машины с дорогой. На грязи или песке, например, вы будете скользить сильнее, чем на грунте или камне. Попробуйте проехать по грязи. Разогнаться и повернуть будет намного сложнее. Конусы. За это полагается штраф. Забывать о покрытии. Заехать на склон будет куда проще, если вы не будете лезть в грязь. Очень важно проходить препятствия на правильной скорости. Сбросьте скорость, иначе есть риск перегрузки подвески и даже аварии. Пройдите препятствие между двумя красными флажками. Неправильное прохождение препятствия наказывается штрафом.
Ждете, пока они качнутся, съезжаете. За спрыгивание с качелей полагается штраф. Цеплять камни и прочие мелкие препятствия днищем, если попытаетесь проезжать прямо по ним, а не между ними. По бездорожью правило одного колеса. Попробуйте перебраться через эти трубы под небольшим углом, а не напрямую. Вы научитесь покорять крутые склоны. Заблокированный дифференциал может сильно помочь, если вы начали скользить. Когда колесо теряет сцепление, при открытом дифференциале все мощности уходят на него впустую. При заблокированном такого не происходит, но он вызывает другие проблемы. Главный минус заблокированного дифференциала – плохая поворотливость.
разблокировать дифференциал, чтобы не терять управление. Полный газ может привести к пробуксовке. На таком склоне лучше газовать умеренно, так у вас будет лучшее сцепление с дорогой. Несколько способов преодолеть препятствия. Попробуйте сами найти путь наверх.